Берем тушку курицы и отрезаем ненужные части, также отрезаем третью часть крыла. Берем зубочистки и распределяем по всей тушке курицы, делая из него вот такого ежика. Берем кастрюлю и перекладываем подготовленную курицу. Кладем лавровый лист, душистый перец, соль и пару долек лимона. Также черный перец, паприку, имбирь и выдавливаем 3 зубчика чеснока. Полностью заливаем теплой водой курочку и отправляем на аквапроцедуры на 6 часов. А пока берем блендер, зелень и 3 зубчика чеснока. Кладем все ингредиенты в блендер, наливаем немного растительного масла и добавляем соль. Закрываем крышкой блендер и тщательно все измельчаем. Перекладываем массу в отдельную тарелку и добавляем ложку сухой аджики. Тщательно перемешиваем наши ингредиенты и меняем на вымоченную курочку. Берем форму для запекания и перекладываем курицу. Высовываем из нее все зубочистки и берем подготовленную смесь. С помощью кисточки обмазываем со всех сторон и отправляем в разогретую духовку на 180 градусов на 1 час. Каждые 20 минут я открывал духовку и поливал курицу соком, который из нее вытекал. По истечению часа можно доставать курицу, и давайте посмотрим на нее в разрезе, насколько она получилась сочная. Ребят, привет! Я знаю, что на продуктах вы любите экономить так же, как и я. Поэтому хочу вам порекомендовать сервис Сбермаркет. В нем собраны ваши любимые магазины, а менеджеры по подбору заказа всегда вам позвонят, согласуют наличие и срок годности товара. Я считаю, это очень важно. Также в приложении можно указать интервал, в который вам удобнее всего будет получить заказ, и применить мой персональный промокод, который вам даст скидку в 250 рублей. Данный промокод можно применить от минимальной суммы заказа. Я считаю, это очень хорошее предложение. Так что, ребята, переходите по ссылке в описании, применяйте промокод и получайте хорошую скидку. Всем удачи! Ребят, данный способ приготовления курицы я рекомендую. Курица получается максимально сочная. Курочка получилась очень красивая и буквально фонтанировала соком. А пряная намазка, которой мы натирали курицу, отлично дополнила данное блюдо. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Всем приятного аппетита! Пока-пока!